Государственный долг Ненецкого округа достиг отметки 3 миллиарда рублей. Департамент финансов и экономического развития взял еще один, на этот раз казначейский кредит. Его размер 800 миллионов, рассчитаться по нему необходимо за 30 дней. Казначейский кредит – мера вынужденная. На сегодняшний день сумма поступающих доходов несоизмерима с текущими расходами региона. На минувшей неделе казна региона пополнилась всего на 134 миллиона 746 тысяч рублей. Львиную долю 85 миллионов составил налог на прибыль, следом идет НДФЛ. 3 миллиона 300 тысяч регион на безвозмездной основе получил из федерального бюджета. При небольшой сумме поступлений расходы составили 524 миллиона. Деньги были выделены на содержание казенных учреждений, органов госвласти, субсидии бюджетным учреждениям на госзадания. Кроме того, были осуществлены социальные выплаты, субсидии и инвестиции. Произведены бюджетные инвестиции в госсобственность на сумму 70 миллионов. Это оплата строительно-монтажных работ Версалему за 6-секционный жилой дом «Авиаторов» 15 миллионов. 6 миллионов оплачены строительно-монтажные работы ООО «Альфа-сервис» на жилой дом маневренного фонда в городе Наринмаре. И произведена оплата аванса на строительство многоквартирного жилого дома в городе Наринмаре, 49 миллионов, это Версаем. Кроме того, 9 миллионов рублей межбюджетных трансфертов получили муниципальные образования округа. В том числе 3 миллиона выделено на софинансирование капитальных вложений на строительство очистных сооружений в Качгарте. Доходов 115 за неделю, а расходов 514. Это у нас продолжается уже не одну неделю. Поэтому, значит, Андрей Владимирович, просьба, давайте активизируем процесс о снижении количества государственных служащих. Для осуществления необходимых выплат округ взял казначейский кредит 800 миллионов рублей. Ставка кредита 0,1% сроком на 30 дней. Таким образом, госдолг региона составил 3 миллиарда рублей.